Добрый день, уважаемые друзья! Мы снова вместе с вами благодаря организаторам онлайн-мероприятия, газете «Комсомольская правда» в Молдове, а также Русскому дому, представительству Россотрудничества в Кишиневе. Также вместе с нами сегодня наши партнеры, генеральный партнер мероприятия – компания «Мисса». Партнер онлайн-мероприятия «Гастрономическая масленица» – компания «Директ Медиа». И я, уважаемые друзья, сегодня ваш ведущий Вадим Мохов, директор креативного шоу-агентства «Идеи Проспити». Мы продолжаем с вами гастрономическое путешествие, которое мы начали вчера. И все эти три дня мы вместе с вами предлагаем поучаствовать в нашей конкурсной программе, делимся с вами рецептами. А рецепты у нас простые на масленичной неделе. Естественно, это блины. Уважаемые друзья, у нас сегодня гость, я хочу вам его представить, шеф-повар ресторана «Жираф» Валентин Михай. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы сегодня с вами приготовим французский десерт под названием «Блинный десерт», под названием «Сюзет». Оно состоит из, конечно же, блинов, фреша апельсина, соусом на основе карамели и сливочного масла и куантро, сироп из кожуры апельсина, то есть имеет 40% крепости. Мы начнем приготовление наших блинов. Мы до сих пор испекли пару штучек. Продолжим дальше. Итак, друзья, я не буду отвлекать Валентина. Валентин, приступайте. Уважаемые хозяюшки, наши конкурсанты, наши зрители, вы видите, перед вами обычная плита, обычная сковорода. Ну и, собственно, мы сегодня узнаем, что же у нас получится в этот день. Уважаемые друзья, у нас сегодня четверг. Каждый день масленичной недели имеет свое название. Четверг – это загул. Нравится мне это слово – загул. В этот день всегда было принято гулять, веселиться, устраивать шуточные бои, если на улице мороз и снег, чего в этом году в этот день у нас нет, устраивали катание на санях. Ну, а дети в этот день выходили каледовать именно в четверг. Примите к сведению, ваши дети сегодня могут сходить покаледовать и прийти домой с разными вкусностями, подарочками от тех, кому они постучатся в дом. Уважаемые друзья, у нас сегодня партнеры, которые предоставили вам призы и подарки нашим конкурсантам. И мы напоминаем вам о том, что в конкурсной программе принимают участие только жители Молдовы. Призы от наших партнеров. Позвольте вас с ними познакомить. Компания «Мисса» стала генеральным партнером мероприятия «Гастрономическая масленица». За 25 лет деятельности компания «Мисса» стала абсолютным лидером по продажам фарфора, стекла и хрусталя на территории Республики Молдова. Можно сказать, что в каждой молдавской семье есть частичка от компании «Мисса». Это может быть набор тарелок, сервиз для чаепития или хрустальная ваза. В фирменном магазине «Зестря» от компании «Мисса» вы можете приобрести посуду на все случаи жизни. Также с нами сегодня наш партнер – компания «Директ Медиа МД». «Директ Медиа МД» – это многокамерная прямая трансляция мероприятий, зум-конференции, гибридная трансляция. «Директ Медиа» снимает и транслирует такие события, как спортивные и культурные массовые мероприятия, бизнес-конференции, практикумы, выставки, презентации, ток-шоу, диспуты, авторские программы, театральные представления и спектакли. Уважаемые друзья, особая благодарность сегодня хотел бы, особую благодарность мы хотели бы выразить за предоставленные музейные экспонаты для праздника Масленица. Они добавляют нам настроение, красок. Полковник Петру Костин, автор нескольких научных работ в области истории, сотрудник таможни, профессиональный экономист, на протяжении нескольких десятилетий собирал и реставрировал старые предметы для нынешнего поколения и будущих поколений. И также, уважаемые друзья, с нами сегодня представитель ресторана «Жираф». Ресторан «Жираф» более 15 лет работает в Кишиневе и удивляет своих гостей неординарным подходом к приготовлению и подаче блюд. Это тот самый ресторан Кишинева, где вы сможете отведать
Лучшие европейские блюда в авторском исполнении от шеф-повара. Насладиться отборными японскими и азиатскими изысками. По мнению постоянных гостей и тех, кто первый раз посетил «Жираф», «Жираф» является одним из лучших ресторанов Кишинева. Что у нас здесь происходит? Я видел, уже первый блин ушел. Да, да. Первый с Богом у нас получился. Так, я вам в двух словах опишу рецепт, по которому мы приготовили тесто для блинов. На 300 грамм молока мы возьмем 130 грамм муки, 25 грамм сахара и 28 грамм сливочного масла. Два яйца тоже, домашних, конечно. Все должно быть, и молоко, и яйца, и сливочное масло, для того, чтобы получилась хорошая однородная масса теста. Все должно быть комнатной температуры. То есть все должно быть сделано с любовью. Вы заранее готовитесь, да. Они должны полежать, они должны набрать комнатную температуру, не холодные. Да. Итак, Валентин, вы жарьте, а мы, друзья, напоминаем. Итак, мы начинаем конкурс на протяжении всех трех дней. Мы задаем вам разные вопросы, ждем от вас ответов. Те из вас, кто первым ответит правильно, естественно, правильно, ответит на наши вопросы, высылайте ваши ответы. Наша жюри, так скажем, наблюдатели наши, нам пересылают эти вопросы, и мы тут же в течение нашей программы озвучим победителей. Победители сегодня у нас поборются за призы. Итак, внимание, главный приз сегодняшнего нашего конкурса – это ваза из богемского стекла от генерального партнера компании «Миса». А также вас ожидают дополнительные призы от организаторов онлайн-мероприятия «Гастрономическая масленица», бутылочка для воды и набор кулинарных книг. И, естественно, от наших гостей, от ресторана «Жираф» вас ожидает также приз. Три сертификата. Каждый сертификат номиналом 250 лей. Таким образом, один из победителей получит в руки 750 лей, конечно, собственно говоря, конечно, сертификат, который вы можете использовать в ресторане «Жираф». Сумма достаточно хорошая, вкусная. Ну а мы вам желаем, посетив ресторан, насладиться всем тем, что вам предлагает ресторан «Жираф». Ну что, друзья, итак, слушаем вопрос, готовы отвечать, пишите. Внимание! На какие масленицы делилась праздничная неделя? На какие масленицы делилась праздничная неделя? На протяжении программы пишите нам ответ на поставленный для вас вопрос, и мы определяем победителя. Напоминаем, что в конкурсе у нас участвуют только жители Молдовы. Приз вы получите, сможете получить в редакции газеты «Комсомольская правда», предварительно позвонив по телефону 022 23 48 35. Все, друзья, боритесь, пишите, ищите информацию, собирайте информацию. Она к нам приходит, и мы обязательно сегодня разыграем призы. Блины идут своим чередом, а вот у меня к вам был вопрос. Когда вы озвучивали ингредиенты, да, слушаю, вот именно корочки апельсина, да, используются? Кора апельсина, именно про сам рецепт, либо куантро, из чего он сделан? Куантро. Куантро сделан из горького, из коры горького апельсина и сладкого. То есть они их собирают, больше всего апельсинов горьких собирают в Бразилии, угу, остальное в Испании, то есть в этой части. Угу, угу. И куантро, вы сказали, 40 да, градусов. 40 градусов, да, 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 да. Ликерчик. Да. Так, хорошо, друзья, смотрите, блины у нас красивые получаются, ну, круглые, понятное дело, потому что у нас и сковорода круглая, а сковорода может быть разных форм, на самом деле. Вот, кстати говоря, Валентин, к вам вопрос. Имеет значение, на какой сковороде печь, жарить блины? Тефлоновое покрытие, чугунная сковорода, ну, конечно, алюминиевая? Ну, конечно, самый легкий способ, это, я думаю, лучше испечь на тефлоновом покрытии, из-за того, что они не будут прилипать, конечно. На чугунное немножечко сложнее будет. Ну, да, я думаю, да, они сгорят. Да. А снимаете блины, переворачиваете блины, вот, да, просто вручную. Ну, зубочистку можно, ну, взять. Да. Ну вот, как я вчера говорил, я люблю руками переворачивать. Да. Но у меня уже руки как
Ну вы шеф. Сенситивность уже не так, как говорится, и я уже не так уж и чувствую, то есть. Но лучше дома поосторожнее быть, чтобы пальчики не обжечь. Ну да, 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 да. Ну в крайнем случае к мочкам ушей пальчики раз, и они у вас остыли. Да, я понял, понял. А скажите, пожалуйста, вот я наблюдаю, я, честно говоря, когда пеку блины, я все время сковороду смазываю. Я смотрю, вы даже ничем не пользуетесь. Да, мы смазываем, да, немножечко растительного масла, да, немножечко, немножечко. Не под каждый блин. А то, как у нас сковорода новая сегодня, то ее очень не нужно и смазывать. Ну да, говорили, тефлоновая, да, пока уже со временем, если немножечко использовать нужно. Ну, надо набить руку, как в любом приготовлении любого блюда. Даже если вы его 100 раз готовили, тем не менее, любимая посуда должна быть под рукой. А если новая, то, соответственно, наверняка, как и первый блин бывает комом, а чего у нас, кстати говоря, сегодня не было, у нас первый же блин вышел великолепно. И от сковороды все зависит. Ну, и, естественно, от навыков, от мастера. Спасибо. Итак, друзья, мы ждем ваших ответов. Напоминаю вам о том, что конкурсная программа у нас проходит на протяжении всех 3 дней нашего онлайн-мероприятия. Вторник, среда и четверг. 10, 11 и 12 марта мы выходим в 14:00. И небольшой анонс на завтрашний день. Также мы с вами встретимся в прямой трансляции нашего онлайн-мероприятия в 14:00. Опять же, для вас будут приготовлены призы и подарки. Завтра у нас будет новый гость, мы каждый раз приглашаем новых гостей, мы с удовольствием с ними знакомимся, ну и с удовольствием потом пробуем блины, приготовленные по рецепту у повара, у каждого повара свой рецепт, своя изюминка. Так, хорошо. То есть так, мы жарим последний сейчас блинчик и начнем уже приготовление нашего соуса сегодняшнего. Вы будете их выкладывать на эту тарелку? Да, конечно. Покрывать соусом? Будете их как-то сворачивать? Да. Мы будем их... Ага. Мы сделаем сейчас соус. После этого будем их прожаривать в соусе этом. Выставлять на тарелку. Да, конечно, чтобы все впиталось в блин. Ну вот я все-таки не все знаю. И учусь. Так же, как и вы, уважаемые наши зрители. Я думал, мы испекли и смазали. Следующий. Нет, мы их обжариваем. Да, обжариваем туда, да. Ну, хорошо. То есть это больше как... этот рецепт готовится, то есть перед гостем. Он не на кухне, физически гость видит, как он готовится. То есть повар подходит к столу, он все приготавливает перед гостем, потому что там будет и фаер-шоу маленький, и так вот. Ну и блины подаются горячими, да? Да, конечно. Да, да, да. Да. Меняем сковородку. Тоненькие, аккуратненькие. А это уже у нас другая сковорода. Да. Ну, режимом вы должны пользоваться сами, уважаемые хозяйки, подбирая под свою посуду. Выставляйте режим огня, если у вас газовая плита или в данном случае вот у нас индукционная. Но самая простая индукционная, между прочим. Она не требует дополнительной какой-то специальной посуды. Нет, все, вы готовы, вы все приготовили, вы с удовольствием готовите, потому что любое приготовление еды, а особенно мучных изделий, вот так всегда меня учили в семье, мама меня учила. Всегда надо подходить с хорошим настроением, иначе тесто не поднимется, тесто конечно, не получится. Ну, все с любовью. В общем, от всего надо получать удовольствие. Конечно. Так, начинаем мы с сахара. Берем примерно 50-60 грамм сахара. Это значит, она разогрелась сковорода, да. И мы посыпаем ее сахаром? Да, да. Ага. Чтобы у нас карамель тут образовалась, ага. Посыпаем сахаром. Так, ждем, пока все растопилось тут у нас. Так, это будет... Ну, некоторое время это займет. 20-30 секунд, то есть главное внимательно, чтобы не упустить, чтобы не подгорело тут у нас. Итак, друзья, вы видите, сначала мы посыпаем сковороду сахаром, он немножко карамелизируется, вот, я на моих глазах, вы этого не видите, он приобретает такой немножко коричневатый оттенок, вот он как бы тает. Так. Карамель. Уже у нас даже не сахар, а карамель. Конечно. То есть главное его не упустить, потому что
температура все равно в этом, в карамели держится, то есть можно его с плиты снять, но все равно он может сгореть, как говорится. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Так, в дальнейшем мы берем сливочное масло. Обычное сливочное масло? Обычное сливочное масло. И где-то 60 грамм. Угу. Все надо делать достаточно динамично, быстро, потому что ну, от этого, собственно, и результат зависит. И все тщательно перемешиваем. То есть в данном случае блины уже подаются как десерт. Так. Так, мы возьмем один апельсинчик и цедру прямо натираем, да. Ага. Нам нужна цедра одного апельсина. Наверное, свежая. Заранее не надо было бы готовить, а вот именно прямо. Нет, именно свежая, да, потому что весь аромат мы получим именно в этот момент. Угу. Так. Так. Сахар, после этого, масло, цедра. Да, после этого берем фреш апельсина, примерно 140 миллилитров. Угу. И тщательно перемешиваем все это. Угу. И оставляем, чтобы закипело. У нас соус должен загустеть. Да, да, да. Вот он немножко. Чтобы он все, все испарилось. Лишнее. И уже будет, да, карамель останется. Угу. И немножечко нашу. А вы левша? Фреш апельсин. Да, да, да. Я левша. Ага. Вот оно закипело, закипело, друзья. И становится немножко гуще, гуще и гуще. И вот в этот момент я обращаю ваше внимание, вы этого не видите, наш шеф-повар немножко добавил огонечка. То есть у нас было, допустим, 400 градусов сначала на плите было выставлено, а сейчас уже 520. То есть вы все время регулируете, да, по мере надобности. Угу. А запах? Сейчас еще алкоголя добавим, аромат изменится. Так, а у нас я вижу. Так. Да, уважаемые друзья, ваши комментарии. Есть вопросы, пожалуйста, пишите нам. Я буду зачитывать их нашему шеф-повару, и он будет отвечать в процессе готовки. Ну, мы постараемся вас сильно не отвлекать от приготовления, но тем не менее, будут вопросы, вы наверняка нам ответите. Конечно, конечно. Так что, друзья, пишите. Я ничего не упустил, мы больше ничего не добавляли? Нет, пока что нет. Пока что ждем немного, чтобы выпарилось у нас все. Угу. Ну что, ответов у нас пока нет, вопросов я пока не вижу. Друзья, пишите. Я хочу с вами общаться. Нам интересно. Нам интересно общение. Вот оно такое онлайн, но все-таки живое. Вы по ту сторону камеры, мы по эту сторону экрана, но мы вместе с вами. Гастрономическая масленица. Сейчас, друзья, у нас четвертый день. Загул, так называемый, в простонародье. И сегодня мы вместе с вами, благодаря Русскому дому, Россотрудничеству и в Кишиневе, и газете «Комсомольская правда» в Молдове. Сейчас берем наши блины. И макаем их прямо опускаем прямо их, туда, да. Ага. Мы его топим прямо вот, да, во всем этом, в этой красоте, во всей этой вкусноте. Так, что-то где-то. Так, внимание. А, поступил вопрос. Валентин? Да, слушаю вас внимательно. Нормально? Нет, нет. Сухие и ломкие края блинов – это нормально? Вот если они ломаются по краям и подсыхают в процессе приготовления. Ну, конечно. Также мы определяем блин
готовы или не готовы. То есть мы определяем по краям. Если оно немного румяное, краи румяные по кругу, то, блин, можно уже снимать, конечно. Ну, я думаю так. По своему опыту, я не великий кулинар, друзья, но тем не менее, вы же блины выкладываете лист на лист на лист на лист. Конечно. На листники, да? И, в принципе, можно блинчик и смазать немножечко маслом, да? Вот когда эта горка у нас блинов формируется, каждый блин, смазывая маслом, один другой накрывает, вот они как бы конечно. Еще немножко томятся. Так, друзья, значит так. Так. Спасибо большое вам. Перекладываем на тарелочку. Ну что, поехали дальше, еще вопрос. А сколько нужно сахара для соуса? Напомните, пожалуйста, вот вопрос к нам поступил. 60-70 грамм. Ну, это в зависимости, сколько порций вы хотите сделать. Если это идет на одну порцию. Вот, то есть... исходя из того рецепта, что вы дали. Да, это на два блина примерно. Друзья, рецепт был выведен на экран. Вот, поэтому вы видите все, что там написано. Ну и, соответственно, да, действительно, так. От количества блинов, от порции. Сюда ставим пару долек. Апельсина. Ага. Апельсин почищенный, естественно. Конечно, да. Ну я так, я для себя. Угу. Так, протираем тарелочку немного. Угу. И сейчас самый важный момент. Добавляем куантро. Примерно 40 грамм. 40 грамм? Да, оставляем, чтобы он закипел. Это у нас французские блины. Да? Фламбируем его, да, чтобы выпариваем весь алкоголь из него. Ага. То есть он свое дело сделал. То есть садиться за руль можно. Да? Он свое дело сделал, теперь мы его выпариваем. Придал свой вкус, свой аромат. Но крепости, естественно, никого не добавляет. Нет, просто добавляет вкус. Аромат, запах. Да, мы все уже весь алкоголь выпарили. Необычный вкус, аромат. Весь алкоголь выпарили. Угу. Немного еще сгущаем опять соус наш. Угу. Друзья, ждем от вас вопросов. Задавайте, мы смело готовы ответить вам на каждый из вопросов, которые вдруг у вас возникнут. Французские блины у нас сегодня. И вот немножечко опять убавили огонечек. Все, у нас готово. Выкладываем на поверхность блинов наш апельсин. А, прям поливаем, да? Да. Угу. Прямо с кусочками, друзья. Поливаем все блины, выложенные на тарелку. Угу. Вот это вот как бы ресторанная порция, да? Три блина. Да. И, угу. И мы заранее дехидратировали наши дольки апельсина. Ну, это просто украшаем. Да. Так, подождите, у нас есть еще. Вы украшаете, а я тем временем читаю следующий вопрос. Можно ли считать, что если блин уже отходит от сковороды, то он готов? Или важно, чтобы он был темненький и поджаренный? Вот если он. Или он отходит готов, или он должен быть темненький и поджаренный? Нет, он должен быть такой румяный цвет. Вот я тоже так считаю. Да, да. Должен быть румяный цвет, смотря для чего вы их готовите. То есть, если вы после того, как их прожарили, наполняете их чем-то и запекаете их в духовке, то, конечно, нужно их немного посырее вытаскивать из сковородки, да? Снимать раньше, их. Да, да. Если вы, конечно, уже приготовили их и сразу хотите съесть, то... Корочка должна быть румяной, то есть цвет должен быть румяный у вас. Так, хорошо. А чем можно заменить куантро? Вот спрашивают, если вдруг... Куантро, есть гран-мане, это тоже ликер французский. У нас его трудненько достать в стране, как говорится, поэтому мы выбрали. Но база та же, то есть, поэтому мы выбрали куантро, потому что его легче у нас достать, они в любых ресторанах есть. Mm-hmm. А, но есть гран-мане, также ликер апельсиновый, тоже французский. Можно любой другой. Вот я хотел сказать, любой ароматный, другой, то есть именно можно? Тут рецепт такой апельсиновый, как говорится. Вот, можно другой ликер изменить. Куантро каждого... именно к апельсину, да, подходит. Да, да. То есть по вкусу, как говорится. Можно... Да, все зависит от того, что вы любите. Да. Кто-то не любит апельсин, кто-то может лимончелло, там можно с лимончелло сделать, например. Да, да. Это не проблема.
Так, вопрос. Есть вопрос. Вот еще Светлана пишет. А ванилин не надо добавлять в тесто? А, тоже по вкусу. По вкусу. Если хотите, можете добавлять. Если не хотите, то есть, как бы, если какие-то блины будут с мясом, то ваниль там не нужна, я думаю. Хорошо. И вот так вот. Главное, без куантро не готовить, друзья. Это самое главное. Так, сейчас одну секундочку. У нас тут небольшой сбой. Ну как, дорогие друзья, наш блин уже готов. Вам желаю тоже дома приятного аппетита. Пробуйте, готовьте, не бойтесь. Вообще не все получится, да. Все получится. Экспериментируйте, друзья, пробуйте. Давайте вы попробуйте наш блин, который мы приготовили сегодня. Да, давайте. Я с удовольствием. Так. Без Эйфелевой башни тут у нас, но думаю, вкус. Ну, потом, когда закончатся у нас все эти карантины, полетим обязательно. Да, и я окажусь во Франции, я сравню. Обязательно закажу себе блин и сравню с этим вкусом. Так, давайте. Друзья, такая приятная кислинка. Он сладкий, очень сладкий, много сахара, но, как говорится, мы калории подожгли, уже сожгли там все, завтра не нужно будет бегать. Ну да, на самом деле это десерт десертом, то есть он действительно очень сладкий. Ну, наверное, можно чуть-чуть меньше сахара добавить. Да. Кисленький, хороший. Угощайтесь, шеф. Надо было сначала спасибо, вам дать попробовать. Спасибо, я пробовал уже сегодня. Это у вас сегодня не первые блины уже были? Нет, были, да, у нас пару заказов было там. Ой, смотрите, у нас уже есть победители. Итак, друзья, внимание, конкурсная программа сегодняшнего дня у нас подошла к концу. Как вы помните, в самом начале нашей программы мы задали достаточно несложный вопрос. Я напомню вам, какой вопрос был задан. На какие масленицы делится праздничная неделя? Итак, внимание, у нас три призера. Первое место — Светлана Кичук. Итак, Свет, мы вас поздравляем. Вы сегодня получаете приз от нашего генерального партнера компании Миса. Вот такую вот шикарную вазу. Поздравляем. Да, Светлана, еще раз поздравляем. Друзья, завтра также мы будем задавать вопросы, ждать от вас ответы. Будьте решительны. Ну ладно. И, внимание, второе место — Николета Беня. Николета, вам привет. Примите наши поздравления. Помашите нам ручкой, мы вас не видим, но тем не менее. Николет, мы вас поздравляем. Второй приз вы получаете от партнеров, от организаторов. Бутылочка для водички и набор кулинарных книг. И, внимание, третье место. Ой, фамилия. Извините, пожалуйста, Батырмурзаева. Да, если... Да, Маша Батырмурзаева. Маша, также вам наши поздравления. В ваши руки попадает... Вы получаете третий приз сегодняшнего дня. Это три сертификата. Каждый сертификат номиналом 250 леев. И на эти деньги, вот с этими сертификатами, вы в любой удобный момент... Конечно, они конечно, же бессрочные, ждем, да? Да, конечно, ждем вас в нашем ресторане. Ресторан? Будьте приятно удивлены. Подскажите нам, вкусно пожалуйста, накормим. Адрес ресторана. Наш ресторан находится на Измаил 84. В центре. Ну что, друзья, наши победители, еще раз вам наши поздравления. Мы озвучили телефон, по которому вы должны связаться с редакцией газеты «Комсомольская правда», где, собственно, вам и расскажут, где и когда вы сможете получить ваш приз. А завтра мы продолжим нашу гастрономическую масленицу. Также в 14:00 мы с вами встречаемся в эфире, готовим для вас вопросы, призы для вас также будут уже готовы к этому моменту. И завтра мы узнаем очередной шедевр кулинарного искусства под названием «Вроде простые блины». Однако нет. У каждого шеф-повара своя изюминка. Ну, друзья, на этом мы будем с вами прощаться. Желаем вам хорошего, светлого дня. Праздничная масленичная неделя началась у нас
с 8 числа и продолжится до 14, до воскресенья. Валентин, пожелайте что-нибудь нашим зрителям. Желаю вам солнца в душе, всего хорошего и кушайте вкусно и качественно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До свидания, друзья. До свидания.